В черте города на перекрестке улиц Нижней и 5 Калиновской появилась лыжная трасса. Именно трасса, а не лыжня, подчеркивают спортсмены. Снег здесь утрамбован снегоходом, за рулем которого не кто-нибудь, а сам Дед Мороз. Есть маленький разминочный круг 250 метров и большой двухкилометровый круг, который проходит через лес. Преподаватели и воспитанники детской спортивно-технической школы готовили эту территорию с 2007 года. Очищали от мусора, выкорчевывали бурелом. И только этой зимой трасса приобрела желаемый облик. Здесь тренируются ребята из спортивной школы. На лыжные прогулки могут приходить и другие ивановцы. Правда, только со своим инвентарем. Некоторые особо настойчивые у нас берут лыжи. У нас, правда, они старенькие, с 90-х годов. Вот, поэтому качество у них, ну, большинство устраивает, но их у нас очень немного. Мы планируем прокат, но нам надо помочь. Во-первых, средства на лыжи. Пусть они будут не супер-пупер, но хорошие, чтобы качественные лыжи. И место у нас для проката есть.